Hello, everybody, меня зовут Честер, и сегодня я буду дальше продолжать играть в игру под названием Fallout 4. Оу! НЛО! Иди нахуй, рейдер! НЛО! Куда ты туда полетела? Вон оно, походу. Там, где горит. Помните, я говорю, после 20 уровня кое-что должно, какое-то событие активироваться. Ух ты. И вот оно. НЛО. Ну или НЛО. Как кто говорит. Тихо, тихо. Вот оно. Надо выйти. Нифига себе. Ага. Юшка есть. Значит, кто-то выжил. Как эта частота появилась? Найти пришельца и забрать у него кое-что. Сейчас попытаюсь. Надо дойти до своего штучки. Так, я дошел до конец. Наконец до него. Я наверное, до хрена всего собрал, и теперь. Так. Пропал. Так, я вижу кровь. А, это его... Это он на радио активировал, я так понимаю. Смотрите, вот его глазки лежат. Так от него осталось... Внеземной пистолет. Бластер чужих. От него осталось только ошметки. Прости, чувак. Но ты первый начал. Я... Как тебе прицелился, ты уже был красненький. Это значит, что очень плохо. Я пришел с миром. Я пришел с базукой. Так надо говорить. Так, я предлагаю сейчас побежать к тому самолету. Ну или что это? Ух ты. Такая вот штука у нас в руках. Мы, конечно, сейчас на ком-то протестируем. Ага, а он упал как-то неправильно. Летел-то он оттуда, а упал. Как будто как летел оттуда. А весолом. Let's do this. Не понял. А, ну он бронированный чувак. Ух! Как его бошку разорвало-то? Здесь вот и закончим. Я здесь, наверное, тоже буду обустраиваться. Хотя, может, даже эту броню здесь и оставить. Кстати, как вариант, здесь что-то можно поставлять. Ну что ж, ребятки, вот такая вот серия у нас получилась. Всем спасибо за просмотр, ставьте свои комментарии, лайки. Всем добра и пока, и увидимся уже в следующих сериях про Fallout. Пока.